Меня это достало так же, как тебя. Я тоже хочу найти работу. Я тоже ее потерял. И тоже сожалею об этом. Получаю 500 евро в месяц, но что они дают мне? Как оплачивать все счета и долги? Вы согласитесь занять должность ниже той, что у вас была на предыдущем предприятии? Да, думаю, что да. Вы думаете или вы уверены? Вы не рассматривали вопрос продажи квартиры? Да, но нет. Нет? Почему? Получится, что все наши предыдущие усилия были напрасными. Наводишь на кассирш, увеличиваешь изображение, чтобы проверить, сканируют ли они все товары. Учитывая, что мало народу предпенсионного возраста, он пытается увольнять персонал. Каждый выбирает свой путь. Я считаю, что ради моего душевного здоровья мне лучше слезть с поезда и заняться чем-то другим. Разве это означает, что я трус? Итак, что происходит? Не в первый раз, мадам Ансельми, вас неоднократно снимали. Вы подтверждаете, Жанна Ди? Да, месье, подтверждаю. Перри, подтверждаете?